Ну что, всех приветствую на канале Idle War сегодня. И я думаю, поистине будет такой шикарный выпуск. По причине, что сегодня, во-первых, четверг, последний день ивента. Но, во-вторых, потому что это рулетка. Здесь, в принципе, я, кстати, не знаю, как все-таки вот неделя прошла, да? А я так и не понял, как добывать вот эту тему. Только донат получается. Значит, сундук сокровищ, в принципе, мы можем тут 30 тысяч купить. Пригодится для прокачки персонажа. Здесь мы набрали, ну, порядка 1300, да? Можно аватарку купить. Но я думаю, что мы все же можно, конечно, вот на вот ядра синтеза обменять, потому что эпических монет у меня хватает, свитков хватает. Ну, в общем, подумаем. Сегодня у нас будет колесо чудес, вот, покрутим, посмотрим, что да как. Ну и по традиции, наверное, выбьем какую-нибудь пятерку, потому что мы ее всегда выбиваем. Поэтому смотрите до конца. Скорее всего, в конце будет опять что-нибудь интересное, эпичное. Я постараюсь для вас сегодня несколько видео выложить. Ну, возможно, еще шотс будет. Так что сегодня такой четверг будет насыщенный. Сейчас мы здесь везде все соберем. Ну, для того, чтобы уже спокойно пойти и крутить рулетку. Хорошо. Так, ежемесячная здесь у нас охота. Ну, все по классике. Все, пойдемте. Значит, у нас сегодня вот такой вот персонаж. Апостол Грома. И куча-куча фишек. И мы просто с вами здесь сегодня кайфуем, вращаем и надеемся, что вылетит вот этот апостол Грома. Я думаю, что он буквально через 100 призывов уж точно выпадет. Точнее, не призывов, а вращений. Напишите пока, как у вас дела. Как у вас в данном проекте или в других, кто смотрит и играет. Вот, ну а мы вращаем. Я, кстати, не показал, какая награда. Награда вот такая. Сундучок с героем Хора. У меня они уже в большом количестве есть, но продолжим, ой, так сказать, их, этих Хора детков вытаскивать. 150 фрагментов есть, в принципе, 3 карточки у меня есть. Можем дальше тусовать, так сказать. Ну, что-то пока не выпадает. Я что-то думал, что в этот раз быстрее, но по 250 тысяч золота дают. Это довольно-таки неплохо. Вот мне еще нравится здесь в Idle War, что быстро очень выпадает эта награда. Не надо там ждать, как в Top Top Heroes там, или Magic Revenge. Там, честно скажу, вот признаюсь, очень медленно это все сыпется. Ну а здесь быстренько так. Хоп-хоп-хоп. Так, смотрим промежуточно, сколько мы открыли. Мы осталось 12. И мы нифига не вытащили. Вот это да. Раз, два. Прикиньте, мы за 400 прокрутов, а мы сделали 400 спинов, не вытащили героя. Ну и бог с ним. Давайте теперь пойдем в эту рулетку. Здесь Элиза.
Ну и можно кого-нибудь еще здесь поставить. Например, вот эту дамочку. Дадзи. У меня ее нету. Давайте попробуем вытащить ее. Тоже здесь покрутим. Опа! Вот за это лайк. Выпала она все. Теперь она у меня есть. Ну, теперь можем здесь выбирать, не знаю, любого чувака. Кого хотим. Ну, вот Элиза, конечно, самая такая топовая. Давайте на ней еще покрутим. Ну и последняя десятка. Не выпало. Ну что ж, Дацы выпало. Это классно. Здесь, ну понятно, что я не буду все скручивать, чтобы у нас осталось на следующие ивенты. Получили мы фрагменты. Выкрутили. Вот она у нас, Дадзи. Красавица. Смотрите, как красиво она нарисована, да? Ох, раз ее крутим, крутим. Что она умеет? 50% энергии, а ульта у нее 1200 урона случайному противнику. То есть, ну это шотер. Да. Ну и она еще и хилит сама себя, поглощает энергию. Если цель не находится в замешательстве, наносит ей дополнительный урон 80%, но не более 4000. Слушайте, ну это очень крутая тема. Тетка, огонь. Мы ее, думаю, призовем, ну, откроем, качнем. И глянем вообще, как она, чем живет. Понятно, что нужно будет копии этого персонажа, но это все со временем придет. На этом все. Всех благодарю за просмотр. Удачки и пока-пока.